Итак, задача какая? Вот эту ось нужно поставить как можно ниже, потому что ноги не дотягиваются до подножки, приходится какую-то подушку сюда ложить. Ну, где-то вот так вот. Замеряем болт, выбираем, ну и сверлим. Заходить будем либо отсюда и насквозь. Ну, в общем, как-то так будем делать. Тут у нас получается 8 миллиметров под ножичком. Ну что со сверлами? Так. Возьмем для начала на 6 сверло. Или с двух сторон придется даже делать. Дюралька. Ну вот, отсюда и будем заходить. Ну и, собственно говоря, восьмерка.
Ну и, собственно говоря, такую же с другой стороны. Болт здесь у нас. Должен будет войти, померить под шляпку. А с той стороны уже будет поменьше отверстие. Здесь у нас получается, надо взять на 13. Так, на 13. И другой шуруповерт. Ну и, собственно говоря, 13 миллиметров. Растачивать будем. Нормально. Собственно говоря, 13-ка. Ну и вторую точно так же, чтобы можно было засовывать, можно сделать на 13, можно сделать меньше. Сейчас посмотрим, пойду теперь доделывать второе. Ну, собственно говоря, финальный штрих. И проверяем.
Здесь у нас загоняется, здесь у нас проходит, здесь гайка закручивается. Так, здесь все идеально, осталось только подкрасить вот эти места и все. Обезжириваем, подкрашиваем и будем отдавать. Чуть-чуть задули краской большие отверстия и все. Ждем, пока высохнет, и отдаем. Ну и вот уже готовый высохший результат. Болт стал на 20 миллиметров ниже.